предыдущей серии. Ты один из нас, ты вампир, понимаешь? Радиоактивные крылья, смотри, нажимаю и... Уи! Кусай уже быстрее! Да куда ее кусать, я не знаю. Да за попу кусай, куда угодно! Гусь, куда бежим? Ой. Так, вставай быстрее, вампирша. Что случилось? Что случилось? Так, где мы с тобой? Я не знаю, где мы. Такое ощущение, будто мы в аду с тобой. Как мы сюда попали? А, блин, это все из-за тебя. Чего? Нас с тобой в ад посадили. Че это из-за меня? Че это на меня? Это все из-за того, что я стал вампиром. Ё-моё, все, капец, я теперь в аду. Как? Ой-ой-ой, господи, да нет, в смысле? Нет, это не так работает. Нет, это... А как? Мне кажется, я без понятия, где мы, но... Это точно из-за того, что ты вампир, я тебе отвечаю. Сколько лет живу, никогда в ад не попадала, потому что я вампир, понимаешь? Это точно из-за этого. Ну так ты из-за этого уже прошаренный вампир, а я-то еще маленький вампир. Ну вот я тебе отвечаю. Что, стопудняк не из-за этого, я не знаю где, но... Давай попробуем выбраться отсюда, а? Кстати, меня ограбили. У меня ничего нету. Так, слишком много информации, подожди, а у меня все осталось, подожди. Значит, тебя ограбили, меня не ограбили. О, нет, если меня ограбили, что еще со мной могли делать? Так, ладно, пойдем. Тебя могли убить. Я бе... Пойдем, короче. Мы же бессмертные. Так, подожди. Ты где? А? В смысле бессмертные? А, понятно. Так. Подожди, слушай, ой, капец, тут какие-то лабиринты или что это такое? Я откуда знаю? Так спрашиваешь, будто я их строила. Я откуда знаю? Ну, слушай, может, это, знаешь, какое-то твое испытание, что я, знаешь, вампир такой новенький. Давай это, ищи проход. Иди. Я не понял. Не, слушай, я хочу домой. Мне завтра в школу идти, ты чё? Слушай, ты теперь я вампир. Я уроки не сделал. Господи, уроки. Ты теперь настолько должен быть умный. Типа, камон, у тебя столько лет, ты можешь 100 раз закончить свои 11 классов. Ты где? Ну, ты где потерялся? А может, я еще не... Ты куда? Подожди, давай сюда туда пойдем. Куда пойдем? Там что-то, я не знаю, там выхода нету, какой-то тупик или еще что-то, все не вот знаю. Это взял. О, смотри. Все вот это взял. В смысле, что, из-за вон, потому что, посмотри, там какие-то алмазные блоки, ну, смотри. Давай. Или что там? Ух ты, смотри, какая-то лестница. Давай. Где? А тут лестница. Где я тебя потерял? А, во-во-во, все. А так, может, нам не сюда, может, нам... А, тут тупик, стой, тут тупик. Ну, ладно, давай попробуем вниз, потом, если там заблудимся, пойдем, не знаю, дальше туда искать или не знаю куда. Ух, ничего, у тебя там крылья прям машешь. Смотри, в смысле машу, я пока ничего не делаю. Смотри, какие-то алмазные блоки тут. Смотри, тут еще очень много проходов, только полазим по ним. Да не, смотри, там лестница какая-то. Слушай, ты какой-то слишком умный, с тобой прям неинтересно. В смысле неинтересно? То есть это ты, да, все твоих рук дело, я так понял, да? Так, слушай, зачем мне... Ишь какая, ну понятно, все, я никуда не пойду, все, короче, я буду спать, все, давай. Делай там что-нибудь, не знаю. В смысле спать? Так ты стоишь, или ты лег? Слушай, у тебя, ты вампирша, у тебя зрение другое, у тебя искажённое какое-то. Минус 10? Минус 10, это я вообще ничего не должна видеть. Ну и что это? Смотри, там какая-то лестница. Ну я бы предложила полазить тут, может быть, тут... Ой, тут тупик. Ну вот давай, иди лази, а я пойду наверх проверю, короче, все. Не знаю, тут реально, потому что, не, ну вообще, если сейчас там ничего не будет, то мы можем, конечно, и здесь полазить. Ну просто я вижу цель и не вижу препятствий, как бы, не вижу препятствий. Да. Я Рустик. Ты что сделал? Слушай, я обижусь, короче, ты зачем меня скинул? Ну ничего, троллинг вампирши, как бы это. Ты чтоб не расслаблялась, а то что-то на меня начала гнать, что о, все, пройти не может, да, больше. Ой, какой бедный вампир. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что там сидишь? Дай мне печеньку. На, обмажься вот этим. Обмажься. Да, замажься. Ну вот эти вороньи крылья скинул. Что, забыла, да, как в прошлой серии? А, ну все, я без тебя пошел, все, давай, пока. Давай, иди. Че ты смеешься, смешно, да, там? Давай, иди. Так, ладно, все, короче, давай, я тебя жду там потом, это, смс-ку пришлёшь, короче, когда домой доберешься. Ты чё? А, так у тебя... А, подожди, у нас же крылья, ё-моё, что нас это? Твою мать. Ты чё? Ты где? Ты знаешь, как сложно в дырку попасть. Не можешь, я понял. Погоди, ну я-то знаю, как бы. Откуда ты можешь знать? В смысле, у меня крылья же тоже есть, помнишь? Слушай, я не могу в дырку попасть. О, всё. Да ты... Давай, уже здесь. О, всё. С печенькой летит такая. Ой, ё-моё, где? О, что такое? Ой, слышишь? Ой, ой-ой-ой, что происходит? И чё это? В смысле? Это не монстры, это какие-то девушки. А, здрасте, мадмазы. Ай-яй-яй, вы чё деретесь? А чё они дерутся? Чё ты смеёшься, тебе смешно, да? А, уйди, они меня бьют. Подожди, так почему они тебя бьют, а меня не бьют? В смысле, они тебя тоже бьют? Здравствуйте.
Я видела, они тебя били. Здрасте, я тут это... А с вами можно познакомиться? Да ладно, они тебе, в смысле, они тебя не бьют? Ай, чего они меня бьют? Понял, офигеть, да, били? Вот именно, они тебя что? Тоже бьют. А ну бей их, бей, они какие-то злюки. А может их укусить, я не знаю, может у них высосать все? Ну у них красные глаза, они походу одни из нас, я не знаю, почему у них красные глаза. В смысле, а почему они на нас нападают тогда? Хороший вопрос, почему они нас сюда затащили? Из-за кирка выпала, о. А мне не выпало все. Ничего. Ого, смотри, какие маленькие, значит, миленькие девочки вы, вампирчики. А почему они одинаковые близняшки, что ли? Странно. Не знаю, я не знаю. Слушай, подожди, а почему... Это, подожди, это вампиры или кто это? Ну, это вампирчики маленькие. А почему они в клетке? Ты не хочешь их освободить вообще, а? Слушай, а чем я рукой, что ли, буду? Ну, окей, давай. Не, ну, в смысле, я не знаю, ты бы предложила, то у меня тут кирка. Так у тебя кирка, умник. Ой, все такие маленькие, миленькие. Так, ладно, что, мы их с собой заберем или конечно, как с собой, их походу заперли так же, как и нас, но почему-то их в клетку посадили, а нас тут покинули. А почему вообще, у тебя есть предположение вообще, кто хочет нас, не знаю, там, искоренить, может, а, или... ты же вообще да, вот не с кем шаришь. Вампиры воюют? Точно, мне же все нужно объяснять, охотники на вампиров, ну, боже, давай. Я-то думала, ты знаешь, я забыла, что ты ничего не знаешь. Охотники на вампиров. Ну, извините, второй день только вампир, еще не привык к вашим этим штучкам интересным всяким. Мне казалось, это очевидно, фильмы ты смотрел про вампиров, там вроде бы почти все правда. Ну, так, а мы чеснока не боимся. Да, чего боишься? Кол боишься? А я тебе не скажу, чего мы боимся. Опа, а, стоп, ну все, значит, в следующей серии проверим на тебе кол, чеснок. Слушай, я на тебе проверю, пока ты будешь искать вампира. Кол и чеснок. Угу. Ну ладно, так ладно, слушай, давай выбираться уже отсюда. Подожди, так, а меня блин, больше, а знаешь, что меня больше всего интересовало? Почему вот эти вот девочки, которые, ну, женщины, которые начали нас бить, они типа были тоже с красными глазами. Они же не могли быть охотниками на вампиров, потому что они с красными глазами. Чего? У них красные глаза, значит. Что-то у тебя прям уже целая теория. Раз какая-то. Уже они... Нет, ну вообще, надо понять вообще, где мы находимся, потому что, может, нас, знаешь, уже отвезли где-то в другой город, или я не знаю. Господи, у нас крылья, долетим, если что, так что можешь не бояться на этот счет. Мне завтра в школу надо, мне еще уроки сделать надо. Уроки? Я тебе помогу, я знаешь, сколько раз школу заканчиваю, я тебе помогу. Ну ладно, все, договорились. Так, ладно, слушай, все, как нам отсюда выбираться, смотри, я не знаю. Я так понимаю, только одна дырка туда. Ну, у меня, конечно, есть кирка, но она, видимо, приспособлена только для прутьев, потому что, ну, я не знаю, я вот пытаюсь ломать, у меня она не ломается. Тут, видимо, заколдованное что-то или как, я не знаю. Заколдованное. Да, ну походу, вот видишь, я не знаю, я походу, пытаюсь, эти нечистые но... поставили какой-то барьер. Страшно. Видишь, я не знаю, я пытаюсь, но ничего не происходит, так что как-то странно это все. Вот почему они клетку не заколдовали, а это место заколдовали? Интересно, интересно. Странно, почему они не заколдовали так, чтобы мы летать не могли, летать-то мы могли, это супер странно. Так, подожди, летай. А мы сможем сюда это как бы пролететь, не? Ну, вообще сможем, но я хочу научить тебя кое-чему более крутому, чем просто тупо летать. Мы сможем с тобой пролезать в любые маленькие щелки. Ты прикинь. Как? Ля, что покажу? Откуда у меня перья? Воронье перо. Так это я тебе скинул, что ты ими обмазалась. Ты что, забыла? Отсылка ко второй серии, да. Ой, как осилка, ищу какая. Осилка. Давай, давай, учи, как что надо, заклинание может. Учи, короче, говоришь. О, мать святая, Дракула, я люблю тебя. Так, мне кажется, ты меня троллишь, а? Что ты меня троллишь? Я вижу по твоим глазам, что ты меня троллишь, а? Ты давай произноси. Да не бейте меня, ты. А ты меня что бьешь? Слушай, не бей меня, сказала. Ты что? Ну слушай, не, давай, ладно, короче, давай нормально научи меня. Ну так я и говорю, произноси. Ты врёшь. О, святой Дракула. О, святой Дракула. Даруй мне силы превращения в летучую мышку. Давай, говори. О, святой Дракула, летучая мышка превращения Дракула. О, действует. В смысле, как? А мне не получается. Почему она мне не получается? А ты еще расскажи и получится. А повтори, как что надо сказать? О, святой Дракула, даруй мне силы превращения в летучую мышку. О, святой Дракула, дай мне превращение в летучую мышку. Даруй. Что происходит? Пи-п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 и
Что происходит? Так, подожди, что? Я могу теперь Теперь мы можем пролезть в эту маленькую дырку. Опа, опа, что, смотри. Ничего себе, ты посмотри. О, все, я тут. Ты смотри, что? Так, что? Мы с тобой в церкви? Это церковь, напоминает. Это церковь? Ну, по всей видимости, церковь. Что это еще может быть? Ты глянь, видит церковь. Подожди, давай на выход быстрее лети к выходу, я не знаю. Ой, тут монахи не ходят, так тихо. Смотри, чтобы нас не спалили, ты что, осторожно?
А ты где? Ты они где? Тоже, наверное, в этом замешаны. Да я тут где-то рядом. Тихо-тихо. Ты где-то рядом. Ты меня укусил? Зачем ты меня укусил? Ну, я пить хочу сильно крови. А зачем летучую мышку кусать? Ну, так монахи не добрые, ты посмотри, они вроде добрые. Ну, я не знаю. Слушай, а может, они вообще не в курсе? Может, они вообще не в курсе, что происходит? Все-все-все, да? полетели куда-нибудь, так, все-все-все, на крышу, не знаю, ай-яй-яй, так, все, я на крыше. За тобой где? Эти, наш маленький, ой, за тобой этот, Гарем бегает. Какой Гарем, ты про что ты говоришь, я не понял. Ты на крыше, просто Гарем не может подняться к тебе. Какой Гарем, тут вообще-то, так, ладно, все, я пошел, короче, ты где, давай. Ты, слушай, ты еще маленькая летучая. О, блин, слушай, это так смотрится, конечно, интересно. Со стороны. Интересно смотрится. Слушай, за тобой бегают две тяночки, и плюс еще я. Ты че, это Гарем? Ну, я не знаю, вот это как-то не очень на тяночку похоже. Ну ладно, видимо, у нас с тобой. Я говорю, у тебя, видимо, зрение какое-то другое, потому что в смысле, у меня, здесь, вот у меня вот. Здесь парень и девушка. Я не знаю, может, у тебя, не знаю. Какой парень? Может и девушка, быть, он превратился в девушку для тебя, а для меня это как бы, ну, парень. Ну, как бы вампир какой-то, не знаю. Короче, ладно, мы об этом с тобой думаем. Ты что, не видишь, что они две одинаковых девочки? Нет. А ты что, не видишь, что это два разных человека, не? Они близняшки, Али. Какие близняшки? Короче, да ладно, мы об этом с тобой дома поговорим. Все, у нас будет серьезный разговор. Они, наверное, кушать хотят, а ты как они на нас смотрят? Ну, я не знаю. Кстати, давай их отведем к тебе в этот, в логово, и там, не знаю, потом создадим целую банду вампиров в городе. Воу. Ну, слушай, мое временное логово вообще, типа, ну, временное, ну, короче, надо будет потом их в особняк отвезти, вот, типа, чтобы, я не знаю, особняк? Тут они находятся. Особняк? Какой особняк? Ты что, у каждого уважающего себя вампира есть свой особняк. А почему у тебя нету? В смысле, у меня есть, просто я тут обосновалась, пока следила за тобой, понимаешь? Еще какая, я ну, другой... понятно. Я так, другой ладно, стороны... дорогие гости, проходите сюда, пожалуйста, располагайтесь, будьте как дома. Так, что не... Так, я не понял, подожди, они что, это глупенькие или что? Они что, танцуют? А, мне показалось, они танцевать начали. Так, да, понятно, я все понял, у них проблемы, давай. Видимо. А, давай, точно, заталкивай их. Давай, толкай. Да ты зачем? Давай. Ну что, капец, толстые. Да стой, да... О, ну все. Так, извините, я вас тут немножко потолкаю, девушка. Так, все, одного затолкал, давай этого заталкивай. Слушай, они, походу, стали умственно отсталыми. Пока давай, ты держишь. Толкаешь их, я толкаю тебя, давай, все как это. Давай. Все по канону. О, все, еле влезли, ё-моё. Так, ну все, в общем. Ё-моё. Оставайтесь здесь, короче, смотри, здесь у вас есть пентаграммы, вы можете, не знаю, что-нибудь наколдовать нам, ага. Ну, вы же тут не бесплатно будете, как бы, жить, ну, сами понимаете, арендная плата, все такое, да? Не поняла, в смысле, что ты имеешь в виду? Что ты хочешь делать с этими маленькими, миленькими? В смысле? Чтобы они нам платили аренду, они тут жить будут. Пусть они нам кровью платят. Господи, вампиры очень это... Короче, у нас много денег. А почему у меня 8 баксов всего, слышишь? Делись, потому что я что-то только... в вампирах не знал. Ну-ка, делись быстро. Потому давай. Что ты только 2 дня как вампир. Ты еще... Слушайте... Мы уже, ну я не знаю, сколько эти девочки прожили, но типа я прожила уже кучу лет, и такие, как я, типа, например, там, граф Дракула, типа, камон, за 300 лет, а они сколько прожили, не знаю, Дракула сколько там, 1 000 000 лет прожил, не знаю. Ну, короче, понятно, у тебя много денег, дай денег. Да ты прикинь, сколько за это, зачем тебе сейчас деньги, вот в данной ситуации, короче. Короче, зачем тебе сейчас деньги? Все, оставляй тут этих маленьких. Так, ладно, все, давай тогда оставляем. Так, слушай, вообще, мне надо реально делать уже уроки, я не знаю. Я еще даже не спала, мне завтра идти в школу. И вообще у меня там как бы встреча, если что, в школе, вот. Какая у тебя там встреча, не поняла. Ну, вот такая встреча, я тебе потом расскажу. Ладно, все, ладно, все, давай, короче, не знаю. Пошли это спать тогда, и потом уже завтра расскажу. Пошли. А, ты еще полетел? Ну, полетели, да.